Урок, отличающийся от традиционных занятий, прошел для пятиклассников. Представители администрации напомнили ученикам о правилах безопасности. Строительная площадка представляет собой место повышенной опасности. В связи с этим, согласно строительных норм, строительная площадка должна быть огорожена, выполнено устройство сплошного ограждения с защитным козырьком. Прослушав информацию специалистов управления муниципального контроля, ученики повторили основные правила безопасности. Нельзя играть в местах, которые ограждены чем-то или стройка. Узнал то, что нельзя лазить по стройкам, прыгать с этажей. Учащиеся 5 и 2 школ поспешили рассказать представителям администрации о строящихся объектах в своих районах и, конечно, уточнить, все ли там в порядке. Лучше не ходить на стройки, и надо обращать внимание, есть ли ограждение. Необычный урок по технике безопасности – это не просто лекция о том, как должны вести себя дети вблизи строящихся объектов, а диалог с маленькими анапчанами. Безусловно, важно, потому что это жизнь и безопасность наших же детей и ваших тоже. Нужно обращать на это внимание, как можно чаще их оповещать, да доводить до их сведения. Соблюдая простые правила, школьники обезопасят себя. На курорте только за 2012-2013 года выдано 1447 разрешений на строительство в городе и сельских округах. За 9 месяцев текущего года 900. Помимо официальных стройплощадок, на курорте больше полусотни самостроев. Список самовольных строений опубликован на официальном сайте администрации курорта. И каждая строительная площадка не место для детских игр.